Дерзкое ограбление в Кропивницком средь бела дня. На глазах у сотни прохожих неизвестные напали на водителя иномарки. Из салона забрали сумку, в которой было 30 тысяч долларов. Подробности знает Елена Брынза. Все произошло в обед в самом центре города, напротив мэрии. Как рассказали очевидцы, автомобиль «Сан Йонг» остановился на перекрестке на красный свет. В этот момент из «Шевроле», которая стояла рядом, выскочили несколько мужчин и стали бить стекла иномарки. Все, что помітив, це те, що були в масках. Один був з них в медичній масці, взяли сумку, сіли і втекли. Окривавлений водій побіг туди в аптеку. Останнім часом у нас в місті дійсно вже досить багато таких випадків, як нерозбійні напади, так стрілянина. Але вони траплялися більше на крайних, на околицях міста. За рулем «Сан Йонг» був 36-летний мужчина. По предварительним даним, водитель із Кривого Рога. Последние несколько лет жил в Кропивницком. Нападавшие нанесли ему несколько резаных ран. Первую помощь оказывали работники соседней аптеки и прохожие. Ему сразу начали перематывать руку. У него головокружение было. Ему начали перематывать ногу, он полностью был в крови. Как выяснилось позже, мужчина вместе с женой заехали в банк, сняли деньги. Сумку с долларами и документами положили в салон. Когда возвращались, на них напали. Ранения оказались не тяжелыми. В больнице мужчине наложили швы и отпустили. Ссадины головы. Эта травма не тяжелая. Значит, на кисти был наложен один шов, на правом бедре тоже. Ему повезло, потому что недалеко от артерии не было повреждено. В полиции сообщили, что нападавших было трое. Их объявили в розыск. По городу объявлен план перехват. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности, телеканал «Интер», Кропивницкий.